Всем привет, ребята! А перед просмотром я хотел бы вам напомнить то, что если на этой серии наберем 150 лайков, то новая серия выйдет еще сегодня, вечером, в 7 часов по Москве. Я действительно вам благодарен за то, что вы ставите лайки, за то, что вы комментируете. Я отдельно каждому благодарен и благодарен за то, что вы принимаете участие в обсуждении нового видео. Но лишний лайк, как говорится, не помешает. И за это вам действительно, ребята, еще отдельная благодарность. Поэтому ставьте лайки, если набираем нужное количество, то новая серия выйдет еще сегодня. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, сейчас мы дальше пойдем прокачивать. Хотя не дальше, а начнем прокачивать нашу новую команду. Мы же в предыдущей серии ее взяли, выбрали себе новую команду, и сразу же, ребята, что я хочу. Так, пули Вирла мы уже эволюционировали в пули Врата. И сейчас возьмем, ребята, один Санстоун и потом прокачаем Одиша, его эволюцию с помощью этого камня. Так, что мне нужно? Это кого первого? Майнуна, наверное. Как всегда, сначала электрический. Так, это сюда. Еще раз. Это сюда. Темки мы изучили. Замечательно. Минус 840, 70, 1412. Правильно. Ты что, издеваешься? Я только в игру зашел, а ты опять залагал. Это прикол такой или... Больше, ребята, я тпхаться не буду, потому что я опять где-то бабахнусь и умру. Лучше я, короче, сейчас перезайду, ребята, потому что это вообще сдуреть можно. Так, ча. Так, ну хотя бы не умер, потому что это бы вообще сдуреть можно было, если бы я сюда тпхнулся и умер. Так как бывают тут разные баги, как вы, ребята, знаете. О, потопала, точнее, поехала куча уровней. Замечательно. Так. Давайте, ребята, если получится. Твою ж фуражку. Ладно, ща, если попадем. Хоп, попали, отлично. Если в этой серии у нас получится прокачать Одиша в Глума, что, мне кажется, мы сделаем. Точнее, мы выполним это задание. Если получится, то, ребята, сразу же его прокачиваем, его следующую эволюцию. Пуливирла мы же прокачали сразу же в предыдущей серии, как только его взяли в нашу команду. Поэтому, мне кажется, нормально. Так, это. Так, сейчас. Вот там большие вот эти 60. О, какие 60-е, 50-е уровни как-то. У меня небольшая охота, знаете, на них нападать. Так. Опа. Одиш 13-й. Так, там Басяндра, но я не думаю, да. Понятно, кто. Если его убьем, ты вообще чемпион будешь. Ты чемпион будешь, Майнун. Да, размечтался, ага. Размечтался, ага. О, другое дело. У нас же еще пуливрат есть, точно. Я и забыл. Но практически, ребята, почти. 41-й. То есть, если он нас не бьет, то мы его убьем. И еще раз. Не бей, будь хорошим мальчиком, пожалуйста. Твою... Вот ты заразеныш, а. Во, зато так, по-другому. Вот так вот. Так, отлично. Одиш 15-й. Опа. Еще быстренько. Краби, кто... вот тебя, мне кажется, мы как раз сейчас... Убьем с двух ударов, если ты нас не... О, 4000 опыта, вот ты сейчас обожрешься прям его. Так, дальше. Вот тебя я не знаю, зря я на тебя кинул, наверное, но... Хотя... Майнун, да ну нафиг, вот уже какой... 27 уровень, уже тут Пантес, да, кидает. То есть я тебя убью, я тебя убью. Я думал тебя еще вот на таких 20 уровнях прокачивать. А ты уже тут вообще крышу держишь над всеми, да? Так.
Кюла какая? 24-я, да? Так, ну что тогда, ребята? Мы уже вот этих сейчас убиваем. Киндлеров больших уровней. 35-м. Конечно, они нас тоже... убивают, но все же. Если они по нас не попадают, ух, нифига себе, то мы их убиваем. И еще раз. Отлично. Так, какой-то модиш 20 уровень. Ну, еще немного. О, там еще один. Так. Ох, ребята, что, нам осталось еще парочку покемонов? Словить. После этого нам осталось их прокачать. И все. И все, ребята. Конец сезона, и так можно сказать. Ну, если не обновлять версию, да? А может обновить версию, это уже как бы сделать новым сезоном. Или еще что самое лучшее, мне так кажется, поиграть на этой версии до того... Вот, мы уже ее больше обновлять не будем, но это, ребята, предложение. Мы будем играть на ней до тех пор, пока не прокачаем всех наших покемонов, то есть словим всех покемонов, которые сейчас есть в этой версии, потом их прокачаем, так как должна быть команда, да? Прокачаем их. И все, на этом закончим сезон. А до тех пор, пока мы прокачаем вот этих всех покемонов, то тогда до тех пор, ребята, выйдет еще одна новая версия. И там не только Лугия будет, а еще 5 легенд. Потому что если мы сейчас обновим, то не факт, что до того времени, как мы закончим этот сезон, выйдет еще одна какая-то глобальная обнова. И поэтому... Опять нам будет, нужно будет продолжать играть вот тут. На такой же версии до тех пор, пока там не выйдут какие-то новые версии. Поэтому, ребята, если честно, я даже не знаю. Просто я так действительно думаю, может поиграть уже на этой версии до тех пор, пока мы не прокачаемся... Ну, не словим всех наших покемонов и не прокачаем их до того, до чего мы запланировали, да? То есть до какого там, 60 уровня, чтобы у нас все покемоны были. Пока мы их не всех заспавним, потом их прокачаем. И до тех пор, ребята, выйдет там еще пару каких-то новых версий, где будет не только там 10 новых покемонов, включая Лугию, а будет там еще где-то... Фиг его знает, еще где-то 50 покемонов, и до тех пор там, в общем, наберется покемонов так 100, ну 100 не 100, но где-то 50 покемонов, и до тех пор, пока мы закончим этот сезон, там будут вообще какие обновленные сборки, обновленные версии, ребята. Поэтому я так сижу и думаю, может действительно уже закончить сезон вот тут, чтобы прокачать всех покемонов. Но это, ребята, только предположение, не говорите, нет, давай сразу же обновляй. Я, ребята, просто предполагаю, как будет лучше, вы тоже поймите, но фиг его знает, честно. Сейчас как раз сижу, думаю. Ну, какая тут уже много серий, и у нас только 8 команд, а там еще куча покемонов. Поэтому я как раз думаю, что может до тех пор, пока мы прокачаем этих всех покемонов, то там выйдут еще какие-то новые версии, и там еще будет больше покемонов. Поэтому, ребята, я тоже как раз сижу такие. Не знаю, честно. Так. Ты дрыхнешь, да? Я тебя загипнозил случайно. Ты уже проснулся? Отлично. Так. А, может, ребята, мы даже успеем Майнуна прокачать в этой серии где-то к 45-му. То есть, ребята, смотрите, мы всех покемонов прокачаем к 50-му. А после этого, точнее, мы прокачиваем того покемона, которого мы качаем, да, например, сейчас Майнуна мы прокачаем к 50-му. После того, как мы его прокачаем, мы начинаем прокачивать Одиша. После того, как мы прокачали Одиша, мы начинаем прокачивать Квилаву, то есть идем в другой биом. После того, как прокачали Квилаву, мы идем прокачивать Поливрата в другой биом. И до тех пор, пока мы их всех прокачаем, уже другие там Аэродактили или другие уже там будут большие уровни. Так. Квилава. Ну, зря я, конечно, его взял. Хотя... Отлично. Так. Босс. Басяндра. Кто тут? Во. Мелкая фигня такая. Еще попади.
Во, замечательно. Так, давай ты. Ща. И еще раз, отлично. Так. Я как раз думаю, ребята, над каким-то разнообразием. Потому что не только ловить покемонов, то есть, что делаем, ребята? Мы заходим в серию, ловим покемонов, и после этого качаем их и дальше ловим. Вот. Танцевальки на тебя нашли. Идиот. Вот дурачина, а. Ну ладно. Так, кто тут? Эти, ну понятно, это чукчи всегда в бою. Так. Покушаем сами. Нужно вот эту картошечку пойти поставить, жариться. Я как раз себе это вспомнил, знаете, в начале сезона. У меня же вообще другие планы были. У нас там даже был включен спавн вот этих. Спавн монстров. И мне казалось, что это, в принципе, прикольная затейка. Со спавном монстров поиграть. Ну, просто вы представьте, это уже не пиксельмон будет, это что-то дополнительное, и это будет интересно, то есть это будет хардкорный пиксельмон. Ну, смотрите, что нам, если мы за серию ловим 5 покемонов, да, и умираем там раз в 5 серий только из-за того, что мы в стену застряли, с большой высоты упали, и какой-то баг. То есть нам нужно словить покемона в лесу, мы идем ловим. Нам нужно словить покемона в джунглях, мы идем ловим. Нам нужно еще кого-то словить, мы идем ловим. Белсон. Во! Офигеть. Точнее, мы идем ловим, да? И все. Мы словили, идем сюда на остров и идем прокачивать. А вы представьте, какой это хардкор будет, если мы будем играть с включенными монстрами. Нам, во-первых, нужно будет делать дома всякие там ловушки. Еще добавить, знаете, не только монстров, а каких-то сильных монстров. То есть еще какие-то дополнительные моды. Что, как мы вообще будем играть? Нам возле дома нужно будет ловушки всякие, заборы ставить, чтобы к нам домой монстры не пробрались, да? Это во-первых. Во-вторых, мы за серию не будем ловить по 5 покемонов, а мы за серию еле одного словим, и то, если получится. И мы будем умирать не один раз в 5 серий только за того, что мы попали в какой-то баг, а за того, что нас убивать будут. То есть, смотрите, например, мы нашли там, я не знаю, Shiny Eevee или там, например, обычную Eevee, да? Подошли к ней, начинаем ее ловить. Сзади подходит крипер, бух, хренак с тебе, и ты умер. И вы представьте, какие там нервы будут. И в этом и прикол, что больше беситься будем, знаете, чем прокачивать покемонов. То есть, если мы найдем какое-то офигенное место, то да, мы потом его обустроим, все осветим, может даже стену где-то сделаем. Например, если бы у нас сейчас были монстры, то тут бы все было освечено и... Ну, в принципе, сейчас все освечено. Так бы еще где-то стену сделали, чтобы вообще нас не тревожили, да? И в этом прикол бы был, мне так кажется. Действительно, было бы интересно, что хардкорный бы Майнкрафт был. То есть, если нам сейчас нужно кого-то убить, босса или словить покемона, то что? Мы просто... Да ты че, мудачина или что? Где тебя бьют, и ты только хилишься. Вот зараза, а. То есть, сейчас смотрите, ребята, мы приходим, ловим и уходим, и идем дальше качать. То есть босс, ладно, мы такие блатные подходим, накидываемся на его, убиваем и все. Есть какой-то покемон? Иди ты в жопень, а? Вот зараза такая. Миллион хилов там имеет, никак не кончается и просто хилится. Рест. И вот ты... Так. Ты чё, прикалываешься? Я даже никого не успел... Ну, и поэтому, ребята, какой это прикол будет, если, например, перед тем, как ловить покемонов, или, например, вступать с кем-то в бой, нам нужно по сторонам будет оглядеться, никого или нету. Если кто-то есть, то перебить, чтобы на нас не напали. Потом все вокруг осветить. Или еще лучше куда-то... Наверх забраться, да, то есть построить себе какой-то такой столб и сверху кидать покемонов, чтобы нас никто не сбил. В этом будет прикол, ребята, что перед тем, как нам
как мы кого-то словим, или как мы кого-то убьем, или там найдем какого-то покемона, перед тем нам нужно будет еще по сторонам осмотреться, подготовиться к тому, чтобы на нас никто не напал. И потом только на нападать, и то у нас будет не бесконечно времени, чтобы его ловить, чтобы там покебол выбирать. А я хочу в этот словить, я хочу в тот словить. А, например, там, у нас там сколько там, 20 секунд, я там где-то спереди вижу, за нами там бегут 30 криперов. Нам сейчас быстренько нужно этого словить. У нас там есть 20 секунд, чтобы его убить или чтобы его словить. И, потому что после этого крипер уже будет тут и просто взорвется и жопень, да? Все, капут. Взорвался и капут нам убил. И мы покемона потеряли, еще и сами умерли. И поэтому это такой, знаете, ребята, и экшен будет небольшой, и экстрим, и плюс к тому мы не будем себе вот так на понтах ходить, а мы такие крутые, мы сейчас всех поубиваем и все такое. Нет. Нам будет нужно и броньку добывать, и зачаривать все. Ну, в принципе, зачаривать это легко, потому что уровней тут куча, можно и так сказать. И вот это все делать, что, в принципе, прикольно. И с мечами ходить, или еще что-то. Но это я говорю, ребята. Мне, в принципе, это прикольно, потому что только Пиксельмон. А так будет и Пиксельмон, и небольшое выживание. Это вообще прикольно будет, мне кажется. То есть, и экшен такой небольшой. Ладно, убивай ты уже. Фиг мы тебе что-то сделаем. Давай. Вот это зараза. Ух, нифига себе, еще и Квилава убила, молодчина. И себе кучу опыта забрала. Вот жидяйка. Никому не дала себе, а? Ну, в принципе, да, все мертвые были, поэтому и не дала. Странно прозвучало. Вот поэтому она и никому не дала. Да. Двухсмысленно, согласитесь. Так, ну что, ребята. Майнун, ну ему еще осталось 10 уровней. Хотя если сейчас ночь. Хотя. Я не вижу смысла идти. Хотя давайте попробуем пылесосов убить. 1100, 70, 1000. Только не умирай, пожалуйста. Ты чё, вообще офигел? И то есть сейчас, когда я вот так каждый раз буду ТПХЦ, это будет зависать, или я что, уже вообще ТПХЦ не могу? Ты чё, вообще с ума сошел? Да. Ладно, ща. Так, ребята, случайно я сюда упал, ща мы выберемся. И самое главное, знаете что, ребята, нужно проверить, не забаговалась ли игра, потому что я не полностью перезашел, а просто в мир. Так. Пилосвайн, пылесос, короче. Потому что если это забагалось, то, да, в принципе, пофиг, это на любом можно проверить, если тратятся атаки. Да, значит нормально. Так. Потому что я уже думал, хрень. И чё, мне просто интересно, что я сейчас каждый раз, когда буду ТП-хаться, это все? Мне нужно перезаходить будет? Если так, то это замечательно. Так, точно, чё я вообще... Клацаю так. Покехил. Покецентр там. И пылесос. Которого мы вряд ли убьем. Хотя, убьем. Он бы нас тоже убил, но мы его быстрее. Так, где там еще один пылесос? Я его вижу, но что-то. Вот ты спрятался, а? Хотел. Точнее, думал, что мы тебя не заметим. Ага. Пылесос. Пылесос не заметишь. Так. Я не знаю, ребята. Так, отлично. Чё там? Какие ещё эволюции будут? Ну, Квилава, да. И больше... Чё, всё, пылесосы испарились, больше нету, не выпускают, закончились, сломались. Или ещё что-то, потому что, если честно, больше не вижу. Так, ну, ладно. Ух, зря, наверное, на тебя напал. У тебя много жизни, а мы даже не вылечились. Да. Ну, ты, в принципе, тоже, да, не такой еще сильный, точнее. Ты небольшой уровень, чтобы таких убивать с 40-х уровней. Так, зато я пылесос вижу. Не знаю, какой марки, но пофиг. Так, ну чё, Квилава, 35-й уровень.
Ну давай, тебе еще уровень остался. Ну нападай ты на пылесоса. Так. Бам. О, убили. Оп-ту. Вот у нас, ребята, еще эволюция, да. Давай. Кто там босс? Сейчас проверим. Ну? Точно, мы же летать можем. Сейчас, может, пойдем Иви посмотрим? Вдруг? Так, кто там пылесос? Ну, в смысле, пылесос там пылесос, да? Ой, я не знаю, Диглет? Нет? Нет, не Диглет. Ну ладно, сейчас не Диглет. Сейчас кто-то другой, да? Так, пылесос, иди-ка ты сюда. И быстренько сейчас еще может и Мэджикарп побьем. Так, где? Вот ты, отлично. Замечательно. Только что там все в воду упало. А тут, в принципе, и майну надо офигенно качать. Ну, в принципе, понятно. Так, что там в воду упало? Это можно выкинуть, это можно выкинуть, это можно выкинуть. Дальше пылесосики пока не пропадали. А то сейчас уже день, и, по сути дела, они днем пропадают. У тебя утро, да? Утром они еще спавнятся. Как я заметил, то есть, это такие, ребята, наблюдения. Я не говорю точно, потому что, как я заметил, днем они не очень спавнятся. Они спавнятся больше так ночью и утром. Днем все. Пылесосы прячутся, потому что боятся поломаться, наверное, там, перегреться, фиг его знает. Так, и вот так. Ну что, этот последний, я так думаю. Смотрите, ребята, как мы, в принципе, быстро прокачиваем нашу команду. Уже все около 30-го. 30-й и с плюсом. Не убивай. Будь хорошим мальчиком. О! И ты... Ты тоже, пожалуйста. Ну, в принципе, да, ты нас уже не убьешь. Так, и пылесос. Пылесос, иди сюда. Все, О, Шани. Не знаю. Кто это... А кто это может быть? Диглетарон. Ну понятно, кто же еще? А кто это может быть? Помните, ребята, было в нашей Раше, кто смотрел там один. Как его там звали, я не помню. А и кем он там был, я не помню. Он вроде был. Как это называется? Ну, короче, следил за порядком в доме, да? Если кто помнит, то. Он всегда там гадил кому-то по двери, да, своим там соседям. Это. В Питере, да, там все такие интеллигентные. Он всегда там что-то гадил всем по двери, там в лифте, за какие-то там заслуги, да. Потом все там собирались и показывали ему. Ну что вы типа не следите, да, за порядком? Он такой подходил. А кто это сделал? Вот только это было там прикольно, и все, больше с этого ничего. Ну, в этой рубрике не было. То есть. Только вот это он смешно говорил, и мне, в принципе, это нравилось. Так, и поэтому еще. Еще, знаете, так полчаса. А кто это может быть? Не Диглет случайно. Так. Что мы можем подобрать? Это. Там еще есть что-то? Вроде нет. А что мы вообще выкинуть можем? Орб. А, нет, я орб хотел выкидывать, но я вспомнил, ребята, что его мы можем уже продать. Так. Больше ничего. Потопали дальше. Хотя, в принципе, уже тут больше никого нету, поэтому, ребята, давайте домой. Так. Ну, Аэродактиль 23-й, Хитмончан. Нифига себе, 39-й. Ну, в принципе, он и был там какой-то 30-й уровень, да? Белсом 30-й, Пуливрад вообще 49-й. Ему уже хватит. Ну, в принципе, да. Так. Что я хотел? Давайте сначала мы вот это все пораскладываем в эти сундуки. Это сюда. Это тоже.
Сюда это. Еще что-то. И вот это. Так, сюда. Это, сюда, это. Вроде все я, ребята, разложил. Да. Сейчас, ребята, бежим в плавильню, быстренько там все поставим и также заберем еду, потому что у нас уже кончается еда. Ну, как кончается еда? Еды там у нас еще дофигище. То, что кончается у нас картошечка. Самая вкусная. Но, наверное, нам уже картошечка надоела, только картошечку и кушать. Поэтому, ребята, можно что-то другое. У нас тут рыба. Нифига себе, мы сколько себе рыбы и вот этих стейков себе надолбали с пылесосом, да? Так, это тогда сюда забираем вот это. Отлично. Картошечка и потом что-то другое. Так, сейчас это ставим вот сюда. И все. Отлично, ребята. Давайте на этом закончим. Сейчас. Пиджи. Но я тебя вижу, только поэтому я туда и бегу. Только не взлетай, не будь. Только хотел сказать, не убивай нас. И ты хилишься, вы что, сегодня все хилиться будете? Отлично. Так, ребята, ну что, давайте на этом закончим. Ставьте лайки. Не забываем, ребята, если наберем 150 лайков, то новая серия выйдет еще сегодня в 7 часов по Москве. Извиняюсь, ребята, если есть иногда запоздание, но это только потому, что долго грузится, сами понимаете. Там иногда бывают длинные серии и много... Получается, что они весят, и поэтому долго... Ты чё? И поэтому долго грузится. Поэтому, ребята, я извиняюсь, если есть какие-то там задержки в час, знаете, потому что пока она еще загрузится, то... Поэтому, ребята, сейчас еще вот этого. Отлично. Быстренько, вот так. На этом заканчиваем, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.